Итак, всем привет! Меня зовут Станислав Лукашов, и я продолжаю рассказывать вам о секретах долголетия. Секретах долголетия в рынке. И одна из причин долголетия – это грамотное понимание тех индикаций, с которыми вы работаете. Если вы будете четко понимать все индикаторы, все сигналы, четко анализировать рынок, то у вас повышается шанс действительно хорошего такого мощного долголетия нахождения в рынке. Ну а этот шанс, как вы его используете, вы работаете в ноль или в профит, это уже, как говорится, дело техники. Но ежели вы действительно крутитесь, вертитесь, стараетесь, если вы разбираетесь в этом постоянно, если вы постоянно апгрейдите свое видение, понимание и глубоко, что называется, погружаетесь в ту тему, которой вы занимаетесь, я думаю, что успех предрешен, да, успех априори придет, просто нужно, не покладая рук, действительно работать, и тогда все будет оки-доки. Вот, о чем я хотел сегодня поговорить и какой еще грааль спалить, какой еще секретик рассказать. Вот вы видите на экране такой вот, два таких вот желтых кругляшочка, да, и стрелочку вверх. Это так называемый паттерн 1-2 сейчас, да, ну вообще мы называем его паттерн 1-2-3. И вот об этом паттерне сегодня очень бурно в инкубаторе общались. Инкубатор — это такой чат, да, это такой чат, где проходят стажировку, под нашим наблюдением проходят стажировку ребята. Вот видите, сейчас там где-то около 43 человек. Ну, здесь пятеро технарей, да, инструкторов и так дальше. Где-то примерно 43 человека учеников. Вот здесь мы занимаемся, изучаем, обучаем. И встал вопрос о паттерне 1-2-3. Как правильно его видеть, как правильно его различить и так дальше. И прямо вот, прям вопрос, прям в темочку, в темечко. Почему? Потому что как раз буквально в понедельник, вторник в группе ВКонтакте, в которой я очень бурно, чуть ли не там каждый час даю онлайн по фунту, вот можете, кстати, заходить, пробовать пользоваться, группа наша называется TST Vector, вот, буквально понедельник, вторник этот паттерн прямо как из рога изобилия, да, валил, вываливал свои сигналы, вот можете посмотреть, да, 17.47, даю сигнальчик на то, что образовался паттерн 1.2 и даю прогнозик на то, что высокая вероятность сползания индекса. Буквально проходит сколько-то там времени, да, это уже у нас 21.09, ну это я среагировал 21.09, а сигнал вышел в 19 с копейками, третий, да, вот у нас получился 1.2.3 и индекс доллара действительно пополз вниз. Вот так сработал этот паттерн на индексе доллара. Параллельно паттерны синхронно буквально образовывались на фунте и на евре. Да, они образовывались в соответствующую сторону. То есть, если на индексе было вниз, то на евре, естественно, вверх. И, конечно, вероятность сработки этого паттерна, такого синхронного паттерна, она в разы повышается. Это очень шикарная подсказка для тех, кто работает в краткосрок. Сами понимаете, видя такой паттерн, да, можно именно в краткосрок, а то иногда и в средний срок, можно вовремя подскочить в сделку, если у вас здесь, например, есть сигнал, а у нас баевые сигналы прошли ночью. Если вы помните, да, у нас вот по евро был сигнал по нашей системе и был сигнал по фунту. Причем он прошел даже раньше, вот в 21 с копейками, но ночью уже следующего дня можно было вот после этого флета, во время этого флета, вернее, выбиваться вверх. Многие, кстати, так и сделали, кое-кто еще держал сделки вот от 16 числа, ну и так далее, но мы не об этом. Здесь видите тоже, да, вот паттерн 1-2, и вот, пожалуйста, сигнал. То есть, помимо того, что выдавала система в buy, выдавала очень четко, на HT синим, да, на 4.4 баевом, давала даже на трафике синим, ну, пардон, зеленым, вот, то есть все прямо в бай, хорошее подтверждение пришло от паттерна 1.2.3. Он не является, этот паттерн, сигнальным, то есть если вы видите паттерн 1.2 или 1.2.3, не надо прыгать в сделку. Вот на этом примере я уже показал, да, что нужно дождаться сигнала, то есть он не является сигнальным, это не сигнал к действию, но это сигнал, это повод задуматься. Например, если у нас есть паттерн 1.2, а у нас здесь был бы, например, не buy, а sell сигнал. Это повод задуматься о том, что этот sell сигнал может быть заломан, этот sell сигнал может не сработать, этот sell сигнал имеет высокую вероятность попасть на потери. Что в этом случае делать? Либо не входить, либо снижать лотность.
Значит, внимание, первая фишка этого паттерна, он очень четко будет подсказывать вам, какую лотность выбирать, потому что этот паттерн будет влиять на вероятность сработки или не сработки того или иного сигнала. И с другой стороны, да, вот мы там уменьшили лотность, если сигнал против паттерна. С другой стороны смотрим, здесь у нас вышел сигнал в сторону паттерна. Вот здесь у нас сигнал довольно надежный, но почему не увеличить лотность? То есть в данном случае, да, этот паттерн помог увеличить лотность или входить, например, рабочим лотом, обыкновенным лотом, но иметь достаточно, ну как сказать, то, вот, то самое чувство уверенности, которое так необходимо нам, трейдерам, очень часто, да, особенно когда происходят, ну, какие-то терки, сомнения внутренние и так дальше. Вот именно в этом плане этот паттерн применяется в этой системе, в нашей. Именно вот в этом плане. То есть, либо подрегулировать, подрихтовать ММ в ту или иную сторону, да, и получить какую-то уверенность или неуверенность. Либо вообще спрогнозировать даже, да, буквально спрогнозировать, вот так вот спрогнозировать, как я вам показывал, да, особенно когда синхрон идет, во время синхрона спрогнозировать движение в ту или иную сторону. Очень высокая вероятность сработки этого паттерна на индексе доллара. Очень часто отрабатывают, я не знаю, с чем это связано, слава богу, нас это радует, потому что имея отработку, высокую степень отработки на индексе доллара, мы да, можем четко прогнозировать, в какую сторону, во-первых, во-вторых, с какой вероятностью полетит у нас, будет у нас отработка сигналов на евре, как минимум, да, и на фунте, как максимум. Ну, давайте посмотрим на нашем любимом фунте, раз уж мы его торгуем. Но поверьте, и на евре, и на фунте, и на индексе доллара, и на австралийце, и на других наших парах, которые мы работаем в векторе, этот паттерн работает одинаково. Давайте я сейчас покажу на фунте, как этот паттерн образуется, как он выглядит и что с ним, как его в онлайне, в общем-то, увидите, что с ним, с этим онлайном делать. Вот сейчас в моменте у нас, из-за чего, в общем-то, разговор вышел в инкубаторе, в чате инкубатора, в моменте у нас, смотрите, есть верхний ахтунг. В чем вообще, из чего вообще состоит индикатор? Индикатор состоит из стрелок двух типов и из квадратиков. Стрелки бывают вот такие худые, обыкновенные, да, мы их называем доливочные. И стрелки бывают жирные. Жирные вверх или жирные вниз. Эти стрелки обычно идут в начале, вот, они обычно инициируют начало тренда. Вот здесь попытались сделать целовый тренд, видите, заломали. И обращаю ваше внимание, да, что у нас вышел жир. Смотрите, жирный бай на 35.41. И вот с этого жирного бая мы как полетели вверх, так и полетели. Вот, здесь, в общем-то, можно было... Здесь этот индикатор, да, можно расценивать, вернее, показания этого индикатора вот в этом моменте можно расценивать как начало байового цикла. Здесь видите четкий слом селлового цикла, вот они жиры шли в сел, не получилось, вышибли их, да, отретестили и понеслась душа в рай. И вот до сих пор мы там пролетаем. То есть все, что после жира выходит, байового, все стрелочки будут уже худые, вот они худые пошли, да, и у нас, как вы видите, идет байовая серия. Как только у нас, например, бои выдохнутся, у нас, по идее, здесь где-то вот, ну не знаю, мы там подрастем еще, например, вот, и появится селловый жир. После этого все начнется селловый цикл, и у нас будут выходить худенькие селловые стрелочки. Вот, в принципе, все, что нужно знать о циклах этого индикатора и о стрелочках. Каждая стрелочка, каждый сигнал у нас закрывается вот таким вот квадратиком, это называется ахтунг, да. То есть, когда этот квадратик выходит, то, почему назвали ахтунг по-немецки, внимание, это значит, ага, внимание, возможно, бай прекратится в моменте. Вот смотрите, как красиво, да, стрелочка вышла, вышел ахтунг, бай прекратился, отскочили вниз. Стрелочка вышла в бай, потом вышел ахтунг, и мы откатили вниз. А вот теперь смотрите, мы выросли, да, на этом селловом ахтунге без стрелочки, видите, по идее, если все идет хорошо, то каждой стрелочке соответствуют ахтунги, правильно? Каждой стрелочке соответствуют ахтунги, каждому ахтунгу соответствует стрелочка. То есть здесь у нас должна была быть стрелочка, по идее, либо тут, ну неважно, да, то есть вот этому вот ахтунгу должна была быть стрелочка. И у нас должна была развиваться вот эта зигзагообразность дальше. Понимаете, да, какой зигзагообразности я говорю? То есть рынок должен был красиво, индикатор должен был нарисовать красивый нам рынок.
Да, то есть buy мы поднялись, sell вахтунг мы опустились, потом buy вахтунг мы приподнялись, buy-овая стрелочка, sell вахтунг мы опустились. И вот так вот каждый печочек, да, или ближайшее там место после печка, он должен был обозначать соответствующими стрелочками. То есть вот такая вот зигзагообразность должна была образоваться. Вниз, а тут, например, вверх. Тут опять вниз, и мы откатили, а тут вот вверх. Но обратите внимание, что есть моменты, когда у нас целый ахтунг вышел, а баевого ни стрелочки, ни ахтунга вверх нету. И происходит так называемое, у нас получается целый ахтунг не закрыт стрелочкой. Здесь у нас стрелочка закрыта ахтунг, здесь ахтунг закрыт стрелочкой. Здесь стрелочка закрыта ахтунгом, а здесь ахтунг ничем не закрыт. И получается, что этот уровень, на котором он вышел, этот ахтунг, да, у нас, вот этот уровень цены, и уровень, на котором находится стрелочка, пробивается ценой. Вот это и есть так называемый вынос, да, это и есть то, о чем мы с вами говорили в чате инкубатора. Это как раз и есть вот то, о чем, в общем-то, Денис задавал вопросы. Вот это и есть вынос ахтунга. Вот этот залет цены вверх, не вынос паттерна, а именно вынос ахтунга, залом ахтунга. Вылет цены вот этот вверх, это и есть залом этого ахтунга. Если бы все было бы хорошо, то цена здесь продолжила бы падать, да, ахтунг, видите, цена бы не пробивала эти уровни, на котором образовался ахтунг, и здесь бы вышла бы стрелочка. Вот это был бы не заломанный, нормальный, обыкновенный ахтунг. Как вот этот, например, видите, он нормальный, он не заломан ценой. Он вышел в sell, и цена провалилась. Если бы здесь цена пошла вверх и вынесла бы уровень и значка этого, и цены, на котором он образовался, тогда он тоже был бы у нас заломанный. Этот такт он был бы в заломе. Вот что такое заломанный сигнал. Что такое заломанный паттерн 1, 2, 3? Если уже речь пошла о заломе паттерна, потому что вы в чате, ребята, спутали немножко залом сигнала и залом паттерна. Смотрите, сейчас я попробую найти на истории, причем далеко искать не пришлось. Но здесь нельзя говорить о заломе, потому что, в принципе, возвраты отработали заломанных ахтунгов, но суть здесь видна. Смотрите, 1 в sell, 2 в sell, 3 в sell, 3 sell ахтунга. И после этого выходит баевый сигнал, и цена пошла вверх. Вот это есть не сработавший паттерн 1, 2, 3, сломанный паттерн 1, 2, 3. Почему я в данном случае говорю, что паттерн вот в этом месте, вот в этом именно примере, да, 15 января, паттерн не сломался? Потому что есть одно такое свойство интересное. Если мы выносим ахтунг, то мы в этот ахтунг будем стараться возвращаться. Либо в крышку значка вот этого. Вот видите, он становится, вот по верхушечке значка можете поддержку провести, и цена начинает по нему скакать. Он становится либо поддержкой, либо сопротивлением. То есть мы либо возвращаемся сюда сразу, либо полетав, мы тоже будем сюда стремиться и здесь будем отскакивать. Либо от него, либо от его зоны. Вот его зону я обычно рисую и на учебе ребятам показываю вот так. Я беру цену закрытия на той свече, на которой он образовался. Ну, здесь у нас включена минутка, там же 15 минут в нем, допустим. Не хочу сейчас 15 минут переключаться, давайте минутки работать. Допустим, вот здесь вот 15-я свеча закрылась, минутная. Я беру крышку, беру закрытие и рисую вот такой прямоугольник. Вот эта зона будет очень тяжелая для пробоя, эта зона будет очень хорошо поддерживаться. Вот смотрите, даже здесь видно, цена прилетела, что-то поколбасилась на подлетах к этой зоне и отсюда обратно пошла. Смотрите еще один пример. Вернее, тот пример, который мы разбирали. Вот этот ахтунг, он был заломан. Да, он был заломан. Вот этот ахтунг. Мы улетели вверх, а потом вернулись к нему. Ну, где-то вот здесь, вот, наверное, цена закрытия его. Когда он образовался, вот тут где-то. Вот мы вернулись на эту зону, поддержались и улетели. Вот этот ахтунг я не считаю заломанным, потому что пробежка после него вниз была. И только потом его вынесли. Вернее, он заломанный, но возврат в него я уже не жду. Вот в этот я уже не жду. То есть здесь есть понятие такого бескомпромиссного, мощного выноса такого ахтунга. А есть понятие такого пробежки после ахтунга, да, когда его уже нельзя считать, то есть в него нельзя ожидать возвраты. Сейчас попробую найти на истории. Бескомпромиссные и вот
такие сопляжуйные я уже показал, мутненькие такие, а вот бескомпромиссные сейчас попробуем найти. Вот видите, везде сначала дает проходку, а потом уже, вылетает. Поэтому возврат сюда я уже не жду. Здесь дал проходочку, и потом цена пошла уже вверх. А, ну здесь все нормально. Вот, тоже дал проходочку, цена пошла вверх. Вот сюда уже не жду. Вот надо бескомпромиссное. Сейчас найдем. И будет нам бескомпромисска. Тут тоже стрёмно. Вот немножко прошли, потом раз, улет. Ну, здесь почти бескомпромиссно, но... Тут тоже, вот смотрите, кстати, совсем чуточку прошли, да, по пути с целом. Потом вынесли, вынесли его, и потом кинули иголку сюда, поддержались и улетели. Да что ж такое, когда не надо, они прямо аж перед глазами пестрят, когда надо. Вот красиво, смотрите, 1, 2, 3, попутно, да, бескомпромиссно я еще найду пример. Просто здесь попутка такая. Раз, два, три. Вот этот три, вкупе с сигналами в бай, да, которые тогда в тот день прошли, давал вообще повод, видите, забрать, тупо забрать 108 пунктов. Здесь сигналы в бай были у нас, да, в декабре. По холдер-системе. Ну вот, почти бескомпромиссный снос. Видите, тут что-то тут даже вот еле-еле душа в теле. Он образовался, так, это у нас получается 6 часов, 6.15 он образовался, да, где-то вот по этой цене. И видите, да, мы ничего не сделав, никаких тут подростов, ни 10, ни 15, ни, там, ни 20 пунктов, мы обваливаемся. Вот это бескомпромиссный, в принципе, слом. Теперь давайте поставим по низу стрелочки, по значку, да, мы же не видим, что у нас справа. Вот эту часть, то, что у нас справа, мы не видим. Вот у нас снесло все вниз, и вот в 11 часов утра мы не видим, что справа. Но мы можем прикинуть место, куда будет возвращаться, да, куда, возможно, она будет пытаться вернуться. И вот оно, это место, видите, это зона. Отлетели, тут что-то поколбасились, да, подлетели к этой зоне. А нам даже не нужно точное ее касание. Почему? Потому что если у нас есть один, есть два, вот он два, да, и у нас есть бай-сигнал, например, здесь, то мы знаем, что цель максимум у нас это зона 45 пунктов, цель минимум нашей 20-25 пунктов и встать в БУ. Все, вот это нам надо, вот это нам надо. То есть это еще одно прикладное свойство, по которому можно, да, прикидывать выходы, в общем-то, из сделок. Ибо с этими выходами, да, всегда проблема. Мы сейчас приняли брать 20-25 пунктов, значит, и остальное ставить в БУ. Ну и дальше уже крыться там, смотреть по месячкам, смотреть по прочным зонам, смотреть по сигналам противоположным и так дальше, и так дальше. Эти паттерны могут быть и не только 1, 2, 3, они могут быть и из 4, и из 5 даже, значит, тахтунгов или стрелочек. Могут вообще быть из сочетания, разного сочетания стрелочек. Вот, смотрите, красиво, почти бескомпромиссный вынос, да, 1, 2, 3, аж 4. Вот и после этого полета, вот этот полет, когда вот этот откат начался, да, вы уже можете начинать строить зону, куда, возможно, все вернется, да. Возможно, все будет возвращаться, потому что здесь действительно пробит красиво. Ну, не притягивая за уши, могу даже точно нарисовать, да, чтобы не было потом вопросов. 16.00, значит, 16.15 мы закрылись, да, вот где-то здесь это все дело. То есть, если мы, например, получаем здесь целовый сигнал, да, целовый сигнал, то тут со стопом 30 пунктов у нас даже выдерживает возврат на 68 пунктов, на 59, на 69. Как повезет вам здесь, да, дотянете вы, не дотянете. У нас появляется вот вероятность возврата вот в эти вот, вот в эту зону, вот в эти уровни. 1, 2, 3, после третьего мы наверняка брали бы сигналы. Сигналы мы брали бы после 7 утра. То есть мы, скорее всего, возвращались бы где-то после 7 часов утра. Ради интереса можно воткнуть сюда хотя бы холдер Т и посмотреть, давал ли он возможность. Если да, то я даже хепики не хочу ставить, потому что, скорее всего, тут вход был. Холдер Т. Так, что происходит? Это было у нас 1 декабря, да? Это было 1 декабря. Неправильно ты показываешь холдер Т, потому что нам нужен часовой. Четверку и дневку прочь. И встаем в режим истории. Смотрим.
Смотрим, 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 смотрим. 29. 1 декабря. После 7 утра мы начинаем работать, да? Вот, у нас после 7 утра. Вот, в 7 часов у нас был первый красный холдер Т. Не хочу накидывать хэппики, чтобы не мутить. Даже если бы здесь хэппик был, например, да, со стопом, стоп примерно в 15, 20, 25 пунктов выдерживается. Вот, пожалуйста, цель в данном случае. Смотрите, как четко. Раз, два, три, четыре в сел. Окей. Пружина натянулась. Есть повод солить хорошим лотом. И этот паттерн нам в помощь. И, пожалуйста, здесь же вылезает, вылезает нам раз вариант войти, два вариант войти, ну вот третий вариант войти. Дальше уже, когда мы посыпались и все было красиво, да, вот первое место, где можно было, в общем-то, можно было крыться второй раз, ну, первый раз после 25 пунктов, второй раз можно было крыться на этих поддержках. Или даже полностью здесь закрыться, потому что система краткосрочная, потом сигналы еще выйдут. И тут же, пожалуйста, обраточка, да, не замучила. Раз, два, три, вот он, один, два, три в бай. И здесь мы, пожалуйста, вот она неигральность, да, если даже здесь по синему входить, хотя, может быть, и успели. Да, успеваем даже в бу встать. Ну, много бы не взяли, много бы не взяли, но, по крайней мере, 33 пункта, 25 пунктов бы мы взяли, остальное выше было бы в бу. Нет проблем, окей, мы не жадные, да. Вот. Вот примерно, не примерно, вернее, вот так оно работает. Смотрите, какая натяжка. Раз, натягивается пружина. Два. И вот, как я говорил, да, пожалуйста, холдер Т вышел. Синий, вот он, да, после 1, после 2. И вот тут вот уже можно было лететь, смотрите, двигаться в сторону этой зоны, да, в сторону первого заломанной стрелочки, заломанного сигнала. Здесь запас был 45-50 пунктов. Пожалуйста, берите 25 из них, остальное ставьте в БУ. И тут же нам нате, раз, два, да, смотрите, 1, 2. Супер, зашибись. Холдер Т краснеет. Показываю не системный вход, потому что ночью показываю, ночное, да. Выдерживается стоп, смотрите, в 15-20 пунктов. Ну, там проход против сигнала, вернее, по сигналу был 19, потом против был пунктов 11, и потом у нас было в потенциале 66 пунктов. Не смогли зайти здесь, пробуйте заходить вот тут, но, смотрите, здесь вы можете в сел заходить, но у вас раз, два, да, один, два, уже баевые. Как вы будете здесь в сел заходить? Правильно, будете занижать лотность. Будете занижать лотность. Вот это, кстати, вот эти входы, кстати, были разобраны в свое время в рабочем чате 6 декабря. Я даже помню эти разговоры, потому что здесь был очень интересный момент. Смотрите, 1, 2 и был еще баевый ахтунг. Заметьте такую вещь, что паттерн 1, 2, 3 может образовываться из смеси, да, то есть две стрелочки и ахтунг, жирная, худая стрелка и ахтунг, два ахтунга и там две стрелки, то есть сочетания могут быть самые разные. Самое главное, чтобы сигнальная, да, сигнал был не закрыт противоположным этим самым, да, чтобы стрелка была не закрыта ахтунгом или ахтунг не был закрыт стрелкой. То есть все должны быть в одну сторону, и противоположный сигнал должен не вмешиваться. Но есть еще такой момент, который часто все говорят: «Стас, ну как ты догадался, что будет смена цикла?» Идет баевый цикл, да, и вдруг после баевой стрелки мы получаем баевый ахтунг. Если мы имеем баевый ахтунг, значит, здесь где-то начали продавать. Значит, если мы имеем баевый ахтунг, значит, у нас должны пойти селовые стрелы. Если мы имеем селовый ахтунг, значит, у нас идут баевые стрелы. Так вот, смотрите, какая здесь была подсказка, что здесь надо солить, по идее. Ну, или, по крайней мере, пробовать соль искать, или там... Короче, здесь был признак смены циклов сел. Баевая стрела 1, баевая стрела 2, баевый ахтунг. О-о. Это вероятность сработки этого паттерна в бай становится ниже. Почему? Потому что у нас, скорее всего, следующий сигнал будет селовый. Да, если этот сигнал сработает, то, скорее всего, будет падение. Вот смотрите, что произошло дальше. У нас вышли две стрелы в сел. Жир, да, в сел. У нас тут после этих колоброд, шатаний, мы даже на 65 пунктов сбегали вниз на этих новостях. Но пока мы образовывали вот эти полеты, пока мы образовывали, вернее, пока мы отрабатывали селовый жир, мы образовали паттерн 1, 2, 3 в бай. Видите, да, 1, 2, 3 в бай. Кстати, вот можно разобрать, например, вход от 1, 2. Он, скорее всего, выбился бы вот по этому самому 18 пунктов. Да, он, скорее всего, выбился бы в стоп, мы даже в 30 пунктов стоп не выдерживаем. Но зато, да, потом раз, два, вот вам первый вход на 44 пункта, на паттерн 1, 2 по синему ХТ.
1, 2, 3. Вот она повторочка, повторный заход. Здесь у нас 103, там 100 с лишним пунктов. Это, я говорю, по минимуму. На самом деле, здесь было и поболее, да, мы полетели поболее. Больше того, скажу, у нас сразу была смена цикла на следующий день. Жир сразу закрылся, видите, целым махтунгом. Ничего страшного, мы тут прокатились вниз, и потом пошло-поехало и так далее. Все результаты дня по тренингу, результаты недели, результаты месяца, я стараюсь именно не свои даже, а больше показываю, как работают ребята, я стараюсь выкладывать ВКонтакте. Примерно со следующей недели или через неделю у нас будет работать уже прямо и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и прямо на сайте, будет работать прямо целенаправленная отчетность, что ли, да, по нашим и сигналам, и по тем трейдам, которые мы успели сделать по этим сигналам. Потому что система выдает сигналы, тут вопрос просто, успели мы их схватить или нет. А сигналы она выдает достаточно качественные. Ну вот. Поэтому, пожалуйста, заходите в группу. Кстати, кто хочет, да, у нас до 1 февраля, как я говорил, да, работает предложение чисто для членов нашей группы, для участников группы. Мы предлагаем вот поучиться в нашем инкубаторе. Присоединяйтесь в нашем инкубаторе, поучитесь системе. Стоит это недорого, вот, но попробуйте себя, может быть, это ваша система. Ребята очень хорошо вписались в работу, классно отрабатывают. Вот здесь всякие рассуждения, да, бывают всяко-разные рассуждения, вопросы и сделки. Мы показываем живые сделки, показываем сделки онлайн, показываем, как нужно работать, объясняем. Я, Женя, другие инструкторы, трейдеры. Ну вот, работаем. Если есть желание присоединиться, пожалуйста, пишите на мой скайп tst.vector через C. Вот он, пожалуйста, tst.vector. И присоединяйтесь к нашей группе. Значит, вот такая была сегодня тема. Тема паттерн 1, 2, 3. На этом я хотел бы закончить, да. И смотрите внимательно. Один у нас уже есть. Ждем 2. Потом ХТ. Потом хэпики и потом плюсик. Хотя сегодняшний день у нас уже в шикарном плюсе. У нас первый бай принес минус 15 пунктов, второй бай плюс 15 пунктов. А третий бай мы закрыли сколько? Правильно, плюс 50. Тарам-пам-пам. Всем хорошего вечера. До связи. Пока. I'm